Золдер. Мы справимся, сэр. Встретимся на мостике, как закончите. Капитан, есть. Сюда, пожалуйста. Докладывайте. В чем дело, Итан? Сигнал бедствия от фермы. Передаю на ваш экран. Мы под огнем! Крейсер один! На «Тигр» напали. Есть у нас связь с фермом? Солнечные вспышки блокируют сигнал. Круг вычисляет их местоположение. Какие-то проблемы на задании, сэр? Мы спасли гражданских, Итан. Но возникли проблемы. Какого рода проблемы? Штаб-сержант Амар погиб, Итан. Печальная новость, сэр. Крок, капитан со мной, мы на подходе. Капитан у руля. Заблокировать мостик. Есть, сэр. Я вычислил, где находится «Тигр». Готовьтесь к прыжку. Начинаем по готовности. Есть, сэр. Лейтенант Солтер, готовьте шакалы. Воронов бросим на поиски выживших. Рейс, я боюсь, просто что... Просто делай, Солт. Есть, сэр. Капитан, вам пришло важное сообщение от адмирала. Загляните в кабинет. Сейчас у руля лейтенант Солтер. Капитан Ник Рейс. Через 3, 2, 1. Мы считаем, Рая должен был взорвать себя вместе с Атис. Имплантированный транспондер был бы уничтожен. Остановка передачи стала бы сигналом для вражеского флота. Стратком полагает, после этого было бы вторжение. Нам нужно действовать, капитан. Займись этим. Конец связи. Корабль на месте. Отправляй спасательную команду. Там никого нет, Рейс. Крок, свяжись с полетной, я полечу один. Я лечу с вами, сэр. Капитан, ни маяков, ни признаков жизни. Мы потеряли их. Сигнальный буй. Мы близко. Да, вижу. Включайте. Есть. Говорит адмирал Сален Коч с Олимпа. Тигр, корабль ЮНСА, уничтожен. Врагам фронта пощады не будет. Я обращаюсь к возмездию. Мы продолжим борьбу с вами, изнутри и снаружи вашего гибнущего мира. Ваши города сдадутся, обескровленные и слабые. Мы придем к победе. Марс вечен. На Весте была ловушка. Они знали, тигры или возмездие ответят. Это была западня. Капрал Брукс прав, капитан. Брукс теперь не капрал. Теперь ты сержант. Командир десантников на корабле. Так точно, сэр. Нужно срочно связаться с Рейнзом. Нет. Сержант Амар сказал решать мне, без вариантов. Это тот самый случай. Работаем. Итан, записывай. Есть. Стратком дает задание. Мы рискуем. На сей раз погиб «Тигр». Следующие мы. При всем уважении, адмирал не под огнем. Время поднять черный флаг и пойти на абордаж. Отлично, капитан. СДФ охраняет ключевые цели. Вот здесь. Пора взять реванш. Устроить собственную засаду у нас дома. На земле? Мы заманим Олимп в Женеву и уничтожим. Прекрасный план. Могу я узнать, как, капитан? У нас есть транспондер СДФ. Он был имплантирован оперативнику, захватившему Атис в Женеве. Передача прекращается при смерти оперативника. Задание для смертника. То есть потеря сигнала означала бы, что мы остались безоружными. А это значит, путь свободен. И началось бы вторжение. Предположение. Мы не окажемся безоружны, сэр. Пусть СДФ так думает. Нападем внезапно. Атис атакует их флот. Клин клином. Накроем стол, они придут на пир. А возмездие? Уберем его из уравнения. С него хватит. Солнечный вихрь за пределами атмосферы. Время отклика будет огромное. Поддержку не обеспечить.
Прыжок в атмосферу может стоить нам жизни. Взрывная волна сама по себе разрушительна. Надеюсь, обойдется. Итан, добавь на карту объекты. Подготовь доклад и отправь в стратком. Есть, сэр. Это может переломить ход войны. На то и расчет, Брукс. Готовь десант, ударную группу. Есть, сэр. Мак, проверь все системы. Капитан? Мне нужен этот корабль, Рейс. Тогда отправляемся. Командуйте, Кэп. Отправляемся по приказу. На карту добавлена отметка новой операции на Земле. Это наш последний шанс очистить картуса. Если нет, возвращаемся домой. Решайте. Капитан, лейтенант, сегодня мы понесли неслыханные потери. Капитан Олдер, капитан Ферн. Штаб-сержант Амар. Погиб на Весте 3, сэр. Печально. Хороший человек и десантник. Я не смог его спасти. Не вини себя, сынок. Мы не можем позволить себе терзаться бесплодными сожалениями. Мне доложили, что стратком одобрил вашу операцию в Женеве. По вашей просьбе пленный будет доставлен в женевский штаб ЮНСА. Медики извлекут транспондер из брюшной полости, после чего устройство будет сожжено. Я сама поведу Ворон до штаба ЮНСА. Там будет операционная база. Согласно плану, флот СДФ, включая крейсер «Олимп», получит сигнал к наступлению, войдет в воздушное пространство и попадет под огонь орудий «Атис». Отлично, капитан. Конец связи. Ключ на старт. Летим домой. Айми, даю сигнал. Старт через 3, 2, 1. Что с оценкой? Хорошо, точность 0,98. А ты молодец, Крок. Как я на байке гоняю. Потом покатаемся. Погоняем потом. Вот и прыжок. Глушим на входе. Через 3, 2, 1. Доклад. Отклонение 0,0. Идеальный прыжок. Ты просто ас, Крок. Лучше по эту сторону солнца. Так и есть. Идем на полетную палубу. Береги себя, Крок. Не лезь в пекло. Я дам сигнал, если надо. Прыжки в эту атмосферу – гиблое дело. Принято. Отдаю управление. Что ж, или это будет стратегически гениальный ход. Или? Или тебя понизят, и будешь мне подчиняться. Сказал же, мы вернемся домой. Не уверена, что я этого хотела. Капитан, лейтенант. Гриф. Значит, вы направляетесь на поверхность матушки Земли. Самая желанная награда, Гриф. Среди обломков полно укромных мест для засад. AT-AD с ищейками помогут их обнаружить. Для новичков открыли стрельбище. Можете опробовать там любое оружие. Спасибо, Гриф. Правда. Внизу будьте настороже, сэр. И не упускайте этого выродка из виду. Пленный и не знает, что его ждет. Ему сохранят жизнь? Женевская конвенция, статья 3. А жаль. Срежем! Лейтенант, капитан. Что эта штука сделала с тигром? Надо было мне высадиться с вами. Я понимаю вас, босс. Десант грузит броню на первый. Ворон 2 твой. Все готово к отплытию, капитан. Сэр, они грузят пленного. Майор Огус передает сообщение. Позывной Эхо-6. Выведи его сигнал к нам на экраны. Посмотрим, что там внизу. Ясно. Ведешь наблюдение, Сол? Словно ясно. Капитан Рейс? Майор? Этот урод создает проблемы, сэр. Чем скорее мы его вырубим, тем лучше. Эхо в 5 минутах от здания ЮНСА. Город эвакуировали, так что движемся мы быстро. Встреча с вами, адмиралом, в медицинском зале. Время прибытия? 3 минуты. Я справлюсь за 2. Принято. Отбой. Отстыковка.
минута до атмосферы. Ворон, Земле, Скар 1-2, разрешите вход в атмосферу. Принято, 1-2. Вход разрешаю. Добро пожаловать домой. Внимание всем! Нападение на транспорт Эхо! Мы под плотным огнем! Вот наш конвой, Рейес! Есть! Давай туда! Поняла! Вижу колонну. Подбрось нас к ней! Конвой уничтожен. Повторяю, Эхо уничтожен. Маршрут под ударом. Вас понял, 1-1. Приоритет в поиске цели. Мы должны вернуть транспондер. Понял. Начинаем погоню. Высади нас здесь, Сол. Принято. Вперед. Ближе не получится. Сол, прикрывай. Жди моего доклада. Прикрываю. Есть ожидать. Итан, ищи грузовик. Сюда. Эхо, 1-1, как слышно? Эхо, это 1-1, как слышно меня? Нужная машина впереди, сэр. Понял, веди нас. Майор, медики на подходе. Где заключенный? Они его забрали. Они там, сзади. Идите, сэр, я займу оборону. Чума! Нужно заглушить связь в этом секторе, чтобы отсечь цель. Пленник опознан. Не нравится мне это, рейдер. Сол, если он доберется до терминала и уничтожит транспондер, нам крышка. Принято. Приведу десант. Один у меня в тылу! Вали его! Флигеля? Что еще за флигель? Магазине!
Вот и он. Должно быть, это флигель. Не пропустите никого! Есть, сэр! Вижу, вижу! Зрелище, ваша храбрость. Скар, группа один. Ты человек с земли, жертва проигранной войны. Этот железный щит — ничто. Ваш мир беззащитен. Это истинная храбрость. Нет! Сигнал потерян. Мой флот летит сюда. Главный, это возмездие. Флот СДФ идет на снижение. Ясно. Возмездию приготовиться к прыжку в атмосферу. Волна вырубит Олимп, и мы проникнем в него. Да, сэр. Капитан Рейс, что у вас там стряслось? Рай мертв. Он уничтожил транспондер. Мы идем на захват Олимпа. Возмездие готовится к прыжку. Внимание всем! Олимп открывает огонь! Адмирал, вам нужно в бункер! Они стреляют! Рейс, шакалы! Нет, нет! Рейнс! Адмирал Рейнс! Он мертв, Рейнс. Весь штаб разнесли. Олимп наводится на вашу позицию, сэр. На шакал! Всем постам.
Наша цель — Олимп. Задача — захват. Адмирал Коч мой. Крок, прыгаем! Сэр, вход через 3, 2, 1! Теряю мощность! Продолжай! Катапультируйте! Группа «Браво» на палубе! 4-1, покидаю район! Рейс, ты цел? Да! Пробираемся к мостику, пока не оклемались. 1-1, на месте. Они остались тут 5. Осколочная! Вижу его! Чисто! Давай, живее! Двигаем к лифту!
Командир, мы ждем вас у лифта. Итан, на мостик. Так точно. Мой флагман вам не достанется, капитан. Мы все умрем здесь. Я подорву этот корабль, а также ваш город. Ну так давай, Коч, выходи с мостика. Бери оружие и сражайся. Мы не сражаемся. Мы атакуем. Уцелевшие земляне будут жить под прицелом и дышать с разрешения фронта. Марс вечен. Бегом на мостик, пока он не взорвал Женеву. Понял. Где мы? У Кубрика, сэр. Придется идти в обход. За мной. Питание Олимпа восстановлено. Теперь они могут взорвать корабль. Подожмем. Итан, теперь куда? Через шлюзы наружу. Придется взрывать. Вот здесь как раз слабое место. Да, вижу. Заряд заложен. Вот здесь как раз слабое место. А, вижу. Заряд заложен! Вот здесь как раз слабое место. Да, вижу! Ставь заряд, капитан! Заряд заложен! Вот здесь как раз слабое место. Да, вижу! Заряд заложен! Да, вижу. Ставь заряд, капитан. Заряд заложен. Вот здесь как раз слабое место. Да, вижу. Заряд заложен! Вот
как раз слабое место. Да, вижу. Заряд заложен. По той лестнице. Нам надо прорываться! Капитан, модуль взлома! Рейс, внутри роботы. Попробуй взломать. Это техботы. Они безоружны. Поняла. Вижу Котча. Атакую. Сэр, вам нужно помешать ему запустить протокол. Цельтесь, мы вы подоспнело! У них боты! Убейте робота! Поднять температуру реактора. Выход ионов на максимум! Давай, Рэй! Прикончи этого красного духа. Цель еще жива! Итан, отменить подрыв! Захватить ботов! Есть, сэр! Боты отключены, капитан! Си-6, Олимпа теперь под моим контролем, сэр! Всем бойцам САТА, это капитан Рейс. Мы захватили корабль «Олимп». Вали, ублюдка, Рейс. Вам никогда не выиграть эту войну. Я все же сумел победить вас, Котч. Моя смерть еще не победа. Я убил адмирала. Железного щита больше нет. Смерти нет бесчестия. Капитан на месте. Десант, унесите труп. Отличная работа. Готовы стартовать по вашей команде. Это Олимп. Полетели. Значит так, фронт не в курсе, что Олимп наш. Мы идем на Марс. Итан, проложить курс на орбитальную верфь СДФ. Обратим их же корабль против них самих, всю огневую мощь. Фронт уничтожил наш флот. Отплатим им той же монетой. Какие приказания? Жди тут, Крок. Если понадобишься, вызову. Прыжок, Итан. Координаты Марса есть. 3, 2, 1. Выход через 3, 2, 1. Верфь СДФ. Угол 000, капитан. Прорываемся через оборонительный строй, а потом бьем из всего, что у нас есть. Оружие к бою. Олимп, проверьте вооружение. По нашим данным, у вас красный статус. Никак нет, контроль. Вооружение Олимпа отключено. Ждите проверки системы. Примите целеуказание, капитан. Пускай ракеты! Есть, сэр! Есть, зал! Твою мать! Умно, черт возьми! Тут опасная радиация. Для нас? Скорее всего. Сэр, орудие полностью заряжено! Силы СДФ на Ю! Ждите контакта! Контроль! Главный сейчас недоступен! Мы зафиксировали открытие огня с вашего борта. Подтвердите! Способность снижена до 75%. Остановитесь! Левая машина вышла из строя. Капитан, боезапас менее 40%. Черт. У нас каждый выстрел на счету. Я постреляю. Внимание всем! Олимп представляет опасность. Расходуйте все, что есть! Многочисленные пробоины! Управление гравитацией не слабо! Всем бортам! Отметить Олимп как враждебную цель! Огонь намеренный! Боезапас исчерпан! Огонь невозможен!
Итан, статус. Последние оружейные системы вышли из строя. Нам попросту нечем атаковать эту верфь. Итан, курс на верфь. Какой план? Мы с тобой займемся абордажниками. Попробуй поднять управление огнем. Есть. Брукс, Касима, оборонять мостик. Лейтенант. Есть, мэр. Итан, на тебе управление. Позывной Металл-1. Вперед! Вернет себе Си-6, мы крупно вляпались. Если мы не запустим управление огнем, нам уже без разницы. Мостик, контакт у штурманской. Си-6 держит оборону. СДФ, диспетчерской. Пойти у терминала. На мостике. Оператор ушел. После радара. Держит оборону. СДФ, диспетчерской. У терминала. После радара. На смотровой. Рулевая рубка. Держит оборону. СДФ, диспетчерской. В зоне поражения. Если не сможем открыть огонь, что будем делать? У нас еще остался Олимп. Попробуем пойти на таран. Маневр столкновения? При столкновении она обрушится. Панель накрылась. Попробуем открыть вручную. Лиза! Слизь подсеки управления огнем! Мостик! У нас нет выбора! Готовьтесь таранить верфь! Капитан, СДФ-овцы разнесут Олимп еще до того, как мы дойдем до цели! Высылайте шакалов! Ближнее прикрытие на нас! Держать курс на верфь! Полный вперед! Ясно? Так точно, сэр! Оружие к бою! Они атакуют! Бегите,
Металл-1, где мои птички? Сейчас будут. Вижу. Рейдер главному. Вызываю возмездие для огневой поддержки и возможной эвакуации. Как поняли? Принято, главный. Имейте в виду, навигационные системы возмездия повреждены. Точность прыжка не гарантируется. Крок, готовься прыгать. Оружие к бою. Защищайте Олимп. Понял. 3, 2, 1. Возмездие прибыло. Вперед, Сол. За тобою. Принято. Металл-1, мы с возмездием прикрываем. Вы следите за целью. Есть, сэр. Ангарная палуба возмездия. Капитан. Возмездие прибыло. Вперед, Сол. За тобой. Принято. Металл-1, мы с возмездием прикрываем. Вы следите за целью. Есть, сэр. Шустряк, на час. Ангарная палуба возмездия. Босс, у нас не хватает пилотов, но мне нужны все шакалы. Я знаю, что вы настоящий ас. Спасибо, капитан. 30 секунд до взлета. Попутного ветра натяну. Спасибо, капитан. Прочность корпуса 43%. Держать курс и готовиться к эвакуации. Крок, докладывай. Корабль еще держится, но не знаю, надолго ли его хватит. Капитан, бандиты у меня на хвосте. Гибсон! Босс! Олимп, сзади! Капитан, главные сдохли! Гравитация затягивает нас к Марсу! Шустряк, понял. Крок, готовьте эвакуацию возмездия. Состояние обшивки критическое. Понял, мы близко. Полный вперед. Цели на 4 часа. Вспышка! Вспышка! Ниже! На 360! Ракета 2 с первого! Группа целей 3-1-0. Маневрируй. Осталось.
Шустрее! Черт! Металл один! Держать курс! Шустряк, на час! Шустряк, на 10! Слева! Снабжение ракетами доступно. Подходит беспилотник. 11 выше! На левом фланге! Противник на 12 часов.
Шустряк уничтожен. Противник на 6 часов. Противник на 12. Противник на 6 часов. Повреждение. Отмечено! Ракета пошли! Осталась одна ракета. Температура... Он уходит. Противник на 12 часов. Маневр уклонения. Ловушки! Шустряк на 12 часов. Я атакую.
ракеты летают. Подходит беспилотное снабжение. Я на прицеле! Слева, слева! Держись, Солт! Иду к тебе! Солт, вижу тебя! Капитан, противники идут к лейтенанту Солта! Один подбит! Отказ обоих двигателей! Запускаем маневровые! Металл один! Время! Фиксируй курс и тарань вверх! Капитан! Возмездие теряет высоту! Уклонение невозможно! Принято, капитан! Они на нашей траектории! Итан, вверх! Быстро! Есть, сэр! Черт! Тревога! Тревога! Это Алип! Отказ всех систем! Теряем высоту! Внимание всем! На возмездии сбой навигационной системы! Полный отказ! Пожар!